Леруа Мерлен. Так, заезжаем. А где зеленые туйки и все такое? Цены смотрим. Добрый день, доброе утро. Так, что же нам сегодня предлагает Леруа Мерлен? Вот, какие красивые, но переросшие. Кто это такие? Портулак. О, это портулак, который я никак не могу вырастить. Почему-то он у меня взошел и... Я не помню даже, что с ним случилось. Ну, что-то с ним случилось, что-то приключилось. Так, вот это вот я знаю. Это герберочки красивые. Такую я, наверное, никогда не выращу. Естественно, сама. Фелинопсис. Фелинопсис. Ой, прочесть не могу по-человечески. То, что уже написано по-русски, а? Так. Ну, красота. Красотой, конечно. Это удобрение. Удобрение виноград 88. Вот, пожалуйста, наше удобрение. Недорого. Фрукты, ягоды. Смотрите, 88 рублей. Реально, недорого. Так, ну вот это вот органик микс. Это мне что-то по цене не подходит. Вот, честное слово. Но их много. Вот это вот форте у меня есть для розы пионов. Ага, хорошая штучка. Так, ладно. Ой, какие калы, да? Ладно. Ага. Вот муравьед, пожалуйста, 55 рублей. Ну, такой вот пачечку, наверное, вскрыл, высыпал и все. Ну да, хорошо полетел муравьев. Вот такая цена. И домашних. Вот такая цена. От клещей муравьев. От плесени. Вот командор, да. А, ну да, ну да, цена командора, пожалуйста. Очень красивая цена. Ух ты, пух ты. Так, ладно. Дальше. Филинопсисы. Красивые, необыкновенные цветочки. Так, ладно, пойду я туда, где можно купить какие-нибудь хорошие удобрения. А то цветочки, цветочки. Толку от них, как говорится, не, брать я их все равно не собираюсь. Фосфоритная мука. Удобрение с микроэлементами. А, у меня есть такое. Вот. Для роз. Так. Орговит рыбная. Орговит костная. Ну, говорят, очень-очень. Это все органические удобрения. А, вот этот рогокопытный шрот. Так, ну и пошла фертика, естественно. Как же у нас без фертики? Картофельное удобрение фертика. А что это? Оно прям один. А, 1 килограмм. Так, 398. Побелка садовая. Как-то мы покупали. Так, весеннее удобрение. Удобрение сапропель. Я часто очень пользуюсь ним. И вовнутрь ложу ямки, и сверху даже иногда посыпаю. Сапропель 500 рублей почти. Так, осеннее удобрение. Что же мне нужно было такое? Я не помню. Перчаточки 192 рубля. Ну, перчаточки эти так себе. Так, Рибов Экстра. Регги. Эксцити. Эпин. Сверкон. Дозреватель. Так, это что? Удобрение «Добрая сила». Так. Куриный помет. Куриный перегной. 555. Конский перегной. Ну, надолго хватает. Очень хорошая штучка. Ну, смотря, конечно, насколько кустов или деревьев вы это будете употреблять. Так, добрые конские коровий навоз. 195 рублей. Так, что же мне нужно... Так, марганцовка. Так, натуральный биоинсектор акарицид. От клещей и других вредителей. Между прочим, возможно, он очень-очень... Но био. Опять же, он недолго работает, если это био. Я так думаю. А там кто его знает? Я не пробовала, не пользовалась. Йодное мыло. Йод, говорят, вообще растениям не помогает. Я не знаю. Кто-то говорил. А, Викуля говорила. Которая семена Алтая. Да.
Это я один раз услышала и запомнила. Так, суперфосфат. Нужен сейчас суперфосфат или нет? Летом, конечно. Фосфат или фосфор? Все это путаю. Суперфосфат, фертика 355. Ну, фертику-то я точно не буду брать. Так, сульфат аммония. Так, азот, фосфор, калий. Так, вот что мне понравилось, прям, ну, мне понравилось. Растением не знаю. Вот, сейчас покажу. Цена хорошая. И сейчас как раз сезон, 65 рублей. Диамофоска. Вот в таких пакетиках симпатичных расфасовочка. Так, вот это я уже брала. Цветная гортензия. 25 рублей. Если есть у вас такая гортензия крупнолистная. Ну, моя успешно пропала. И все, мучилась я, мучилась с ней. И, как говорится, отмучилась. Так, микроамофоска 55 рублей. Вот, и барафоска. Ну, это надо будет... Сейчас я брать не буду. Это надо, тележка нужна. Так, селитра аммиачная с микроэлементами. Кто знает, что такое микроэлементы? Я слышала, это, оказывается, тяжелые металлы, только в маленьких количествах. Представляете, что такое микроэлементы, которые вот здесь вот написано. Микроэлементы. Так что вот так вот. Так, монокалий фосфат. Ничего себе моно. Ничего себе он стоит. Я даже бы и не подумала, что он такой дорогущий, 227 рублей. И вот сульфат магния. Прям берите, берите, удобряйте свои растюшечки. Оказывается, сульфат магния – это проводник всех остальных удобрений. Да, это я так себе запомнила от Викуси. Так что вот магний серно-кислый, водный магниевое удобрение. Нужно будет тоже взять. Тележку возьму, приеду, наберу себе. Знаете, что я еще увидела? Клещевид супер. От каких это клещов? Клещей против тараканов и муравьев. Но стоит вот. Это жидкость, да? Да, это жидкость. Что там налито? Так, ладно, от кротов, крутомет, биофор, крутомет, мышиная трава. Всякий всю. Так, ладно, от мышей и крыс. Актара, однако, Актара, посмотрите, она всегда, что ли, такая была дорогущая, Торнадо. Но Торнадо вообще цена прекраснейшая. Так, Деймос еще красивее цена. Ну вот и Деймос можно взять маленький, пожалуйста. Я уже спрашивала. От злостных, вот, от злостных сорняков Деймос. Так, вот интересно, хрен он убьет или нет? Вот это мне нужно посмотреть обязательно. На основе липосидов должно быть, чтобы хрен убить. Сейчас я посмотрю, возьму баночку и посмотрю. Так, где ванная, которую я покупала за 7000? Наверное, вот это, может быть, не помню. Короче, такая история. История быстрая. Ванная акрил. А, нет, какой акрил? У меня обыкновенная была металлическая ванная. Ванная акрил. Какой акрил? Вы о чем, господа? Так, и купила я, короче, ванную. Привезли мне ее. Упакованную, красивую. Выгрузили, подняли на 4-й этаж. Нет, это очень длинные. Ну и все, и месяц она ждала, эта ванная. Месяц. После месяца я ее вскрываю. То есть не я ее вскрывала, а слесаря, которые пришли. Так. Ванная стальная. Вот, 150. Вот она. Подорожала на 1500. Короче, я ее вскрываю, она вот в этом месте. Раз, холодно. Представляете? Написали заявление в Леруа Мерлен, претензии, так сказать. Нет, это очень длинное. Ну и нам отказали. Естественно, отказали, потому что прошел месяц. Вот, очень быстро. И нужно было вскрыть, если будете покупать такие вещи, как раковины, ванные, унитазы. Слесарь, кстати, рассказал историю, что также купил унитаз. И заметил, что у него скол только через месяц после того, как установил его у себя дома. Так что будьте внимательны, очень внимательны будьте. Кстати, мне вот эта ванночка очень нравится. Цена ее, конечно, вот такая. Ой, нет, это что-то, это не металл, это акрил, что ли? Ну, акрил, сами понимаете, читайте отзывы об акриле. Да, он вздувается и все такое для... людей с большим весом акриловая ванна однозначно не подойдет.
Вот, почему тоже читайте. Так что вот такие дела. Так, ну что ж, кабиночки какие всевозможные. Так. Ну, кабиночку, ну почему ставить в квартире кабиночку? Кабиночка у нас на даче стоит. Ну, не знаю, удобно. Вроде бы удобно. Вот какие для душа. Ну, так как она мне сейчас не нужна, зачем ее смотреть? Мы еще в то время покупали дорого за 8 тысяч. Я представляю, сколько они сейчас стоят. Вот эти все душики, шлангочки, всевозможные штучки. Так, ладно, пора мне закругляться. Вот унитаз. Какие же у нас унитазы? Сегодня предлагает Леруа Мерлен. Скажу я вам. Вот подвесные. Куда их крепить? В моей квартире некуда. И все только белые. Кошмар. Мне не нравится белый унитаз. И черный мне не нравится. Цена какая красивая. Подвесной черный. Да, кстати, на черном вся грязь видна точно так же, как и на белом. Не знаю, правда это или нет. Не пользовалась. Пользовалась полностью коричневый такой, знаете, цвет вообще идеальный был. Ну, ничего хорошего нет. Я бы, наверное, себе такой не взяла точно. А где же тогда искать, если нужен унитаз? Вообще непонятно. Да, и кнопки вот эти. Это что это? Общественные, что ли, унитазы? Ой, просто все подвесные, да. Подвесной унитаз надо знать, где крепить. На что крепить. Так. А, вот. Это просто я зашла не туда. Ну, белые, все белые. Нет, конечно. Белым унитазом нет. Вау, какие веревки. Поперечина, вензель. Что за поперечина, лавка, что ли? Какая-то, как на ней сидеть-то, интересно, на этой лавке. Какие веревки для декоративных каких-нибудь вещей. О, о, красота. Вот где красота. О, ну да. Красоту это купишь, потом натирай ее каждый день. Да-да-да. Так, вот что мне нравится. В туалетную комнату вот такие коврики. Пушистики хорошие такие. И стираются они очень хорошо. Ничего им не будет после стирки. Стирайте хоть раз в неделю. Я имею в виду вот-вот. Вот эти. Так, ладно, красота. Я, наверное, меня там заждались. Красота, правда, очень красива. Очень симпатява. Мыльницы для жидкого мыла, для... Ну, ванная нужна, соответственно. Для таких вещей, соответственно, и ванночка нужна. Покупала вот такую штучку я. Вот. Щеточку. Поставила ее на балкон на мороз. Она там треснула, потому что вот это вот, что там залито, вообще непонятно. Так что будьте осторожны. Вот. Красота. Естественно, красота неописуемая. Так, я надеюсь, что это не стекло. Вот, самые хорошие мыльницы вот такие вот, куда водичка уходит, чтобы она стекала. А вот эти вот, о, мыло постоянно будет мокрое, постоянно будет непонятно в каком состоянии. Ой, все красота, красота. И, наверное, я буду заканчивать этот обзор этой красоты. Фактически никакой красоты я не посмотрела. Так, вот хорошая. Ну, она какая-то пластмассовая. Ну, а что, хорошая. 217 рубликов, недорого. Очень даже недорого. Так, ну что ж. Идем на выход. Ничего я тут себе не подобрала. Ну, потому что керамика. Вот эти штучечки красивые. Дозатор 631. Вот этот, что ли? Красиво как. Красиво, красиво. Да, очень. Очень-очень симпатяво. Так, ну что ж. Движемся на выход. Играет такая легкая, ненавязчивая музыка. И, кстати, не бьет по ушам. А ванную я себе так и не выбрала. Еще раз буду покупать ванную, представляете? Ну ничего, зато урок для меня за 7 тысяч. Хороший урок.
Вот теперь вы будете знать, кто увидит мое видео, будете знать, что все, что привезли вам, не только с Леруа, с любого магазина, любая доставка, проверять нужно на царапины, на сколы, на любые погрешности, на любые. Даже вот такой вот шифер. Кстати, какая хорошая вещь. Вот, у меня сразу мгновенно сработала идея. А грядки можно из них делать? Или они в земле сгниют? Вот, так что вот так. У нас у огородников сразу же мгновенно срабатывает какая-нибудь, я не знаю, соображалка. Да. Соображалка, да. Так, ну все, я заканчиваю, потому что, ну что, я иду, людей снимаю. И вот такие вот мешки и всякие коробки. Всем спасибо за просмотр. А, вот еще дяди вот эти мальчики пугают меня иногда. Стоят такие прям, во, серьезные. Всем спасибо, всем пока.